Слушайте на Новый год. Модельным агентством. Наверное, да, девочки попросили. Катька, Саня. Надо пойти попросить. А будет конкурс топ-снегурочка. Ты участвуешь? Хочешь, деньги не выплатить? Мне похуй, я жду, я же не выдам вообще пока не выплачу. Ну вот только что мне не взяли. Ты что, видео снимаешь, сука? Лёша! Ну хорошо. Покажи, покажи, покажи. Ну я же сало, что вообще. Сало? Сало! Я хочу сало! Это же сало, сало! Кать! Ой, не Кать. Кать! Это не Кать. Я тут с вами посижу. Получается, мне просто взяться не за. Я одеяло и пришла в целопьяную. Клиент, знаешь, такой где-то, я не знаю, бабушки Васи. Так ты затыкала балкон ночью, потому что холодно, дует. Не, при том, что днем еще там пылило, там была жарко, я запускала тепло воздух, а вечером подоткнула и пошла на студию. Там нормально, там супер конкурс был. Только там кушают, ресепшн, там нормально. Да. То, что это эконом, это пиздец. Это же досочки так отдавали. Ну ладно, ужасно. Ну и там, где идет выше уже, ага. Стандарт. Там тепло, там тепло и хорошо. Ну прям супер холодно. Ну вообще там даже лифт. А лифт? Лифт? 3 на 4. Не знаю, нормально, не помню, там лифты нормально помещались, ничего. Да ну пиздец какой-то. Я вообще знаю по 11. А ты откуда? Вы делаете? А, ты снимаешь это? Да. А, на сайте, что ты есть сюда? Ну, я должна была скрыться, не замечена. Я работала в основном. Ты что, где рыба? Что? Что? А как ты в Киеве работала? Просто у тебя портфолио там было? Не знаю. Просто так разбрасывала по всем агентствам. Ну, а как, вот вы по фоткам выбирали и приезжали? А. Ну, во втором заказе. Я выбираю.